сыграть в ящик, взломать за 137 секунд, сорвать большой куш и поохотиться на лис в рамках Positive Hack Days проводились конкурсы на любой вкус и уровень мастерства. Мы ломаем телекомовский трафик. Ух. Пока. Ребят, прошу прощения, среди вас есть лиса? Задача участников открыть архивные замки. Собственно, ящики, внутри подарки, ящики открываются. Покажи нам. Он берет чудо-устройство, прислоняет к карточке эрфидной, копирует ее и открывает замок. Вот так вот легко и просто взламывается эрфидное устройство. Такие же устройства используются для физической безопасности вот, в помещениях. Здесь просто два типа. Второй открыл? Второй пока еще нет. Вот настоящий действующий банкомат. Вот участники конкурса «Большой куш». А это деньги, за которыми охотятся участники конкурса «Большой куш». Их задача – увести из сервиса интернет-банкинга кругленькую сумму и незаметно исчезнуть. По правилам соревнований сначала участникам предоставляются копии виртуальных машин, содержащие уязвимые веб-службы ДБО. Далее конкурсанты должны обнаружить уязвимости в системе и с их помощью несанкционированно вывести денежные средства. По итогам соревнований каждый участник получает ту сумму, которую смог похитить из системы. Надо отметить, что в игровом сервисе фигурируют реальные уязвимости приложений интернет-банкинга. В течение 2 дней и 1 ночи в режиме нон-стоп защищали свои уязвимости и атаковали сети противника участники международного соревнования по защите информации «Capture the Flag». Сильнейшие команды из 10 стран мира вели борьбу за попадание в финал DEFCON CTF и призовой фонд в $20,000. Вот в погоне за заветными ключами победитель Capture the Flag 2011 года, один из фаворитов нынешних соревнований, американская команда Plate Parliament of Pevening, ныряет в Dumpster Diving Zone. Копание в бумажных отбросах пошло еще издавна, когда хакеры искали в мусорном контейнере конфиденциальную информацию. Спустя несколько часов, к примеру, игроков из США, следуют участники российской команды CTF-маньяков Litmo. Как мы видим, усилия не проходят зря. В мусорке добыто 4 ключа. Именно ребята из команды Litmo станут победителями CTF 2012. На момент дачи интервью они об этом пока не знают. Мы из университета ИТМО Санкт-Петербурга. В прошлом году мы заняли 2-е место, в этом хотим занять 1-е место, конечно же. Вот, и пока вроде как успешно. У нас 1-е место с достаточно большим отрывом. Вот, если не будем сдавать позиции, то выиграем. Не секрет, что первый подвиг Билла Гейтса был в области компьютерного взлома. Но вместо уголовного преследования он получил работу. Представьте, насколько замедлилось бы развитие компьютерных технологий, если Билл Гейтс сидел в тюрьме, а не строил Microsoft. По словам организаторов форума, сегодня уязвимость становится товаром, который зачастую используется в корыстных целях. Задача PH Days – показать, что исследователь, нашедший уязвимость и помогший вендору ее устранить, может получать за это достойное вознаграждение. Яна Хорская, Галина Кашникова, специально для CNews TV.